Привет и добро пожаловать на канал Inform TV. Несколько минут назад стало известно, что ушел из жизни знаменитый актер сериалов, народный артист УЗССР Шухрат Иргашев. Он сыграл в кино больше 120 ролей и известен миллионам любителей сериалов. О том, что артиста уже нет с нами, сообщили его друзья в театре. Пока что неизвестны ни причины его ухода, ни дата и место прощания. Напомним, родился Шухрат в Ташкенте в 1945-м, закончил институт театрального искусства и в 1989 году получил звание народного артиста УЗССР. Долгие годы он жил не просто на два города, а на две страны, снимаясь у себя на родине и в Москве и Питере. Он снимался в Склифосовском, Знахаре. Также вы могли видеть его в картинах «Дневной дозор», «Высоцкий», «Спасибо, что живой». Мы приносим соболезнования родным и близким артиста.